Что делать, если ты чувствуешь, что за неделю до ЕГЭ тебе необходимо интенсивное повторение пройденного материала и, может быть, даже изучение каких-то новых тем, а так называемые интенсивы у разных онлайн-школ платные, стоят от 2000 до 7000 рублей, а лишних денег уже нет, ведь ты и так, наверное, потратился на обучение в ходе своей подготовки за весь год. Плюс последний звонок, выпускной, это тоже определенные расходы. Поэтому для тех, кто пропустил вообще всю важную информацию, пропустил наш мега-стрим, на котором мы собрали больше 11 тысяч зрителей, напоминаю, щелчок – это самый крутой интенсив по повторению всего материала перед ЕГЭ от онлайн-школы Школково. И в этом году интенсив по всем предметам Школково будет бесплатным. Щелчок – это куча видеоконтента в записи и видеоконтента в лайве. Видеоконтент в записи мы обязательно добавляем для более эффективного и быстрого изучения, потому что, например, русский и математика экзамены находятся очень рядом, 29 мая и 1 июня, и по двум предметам одновременно смотреть кучу длинных стримов по 3 часа ты просто не успеешь. А если успеешь, то очень сильно устанешь и придешь на ЕГЭ овощем и вряд ли сможешь реализовать на максимум свой потенциал. Поэтому в том числе мы к лайву, к лайв-контенту добавляем контент в записи с тайм-кодами. Также там будет куча файликов с необходимой теорией, куча шпаргалок и помощь кураторов. И все это бесплатно. Уже более 40 тысяч человек бесплатно подключились к нашему интенсиву «Щелчок». Поэтому, если ты до этого ничего не слышал про наш интенсив и все пропустил, то бегом в описании этого видео и по ссылочке подключайся бесплатно к любому предмету. Увидимся на интенсиве.